Привет, мои хорошие! Я сейчас иду на прогулку и оттуда уже продолжу с вами разговор. Поболтаем о том о сём. Это вход во двор, а это выход на улицу. Посмотрите, какое облако нависло. И недавно, позавчера был дождь, сильный ветер. Но заснять это... Ветер как-то я пыталась что-то снять. Ну, в общем-то, во всей красе у меня не получилось это заснять. Во всей красе. А так частично. У нас такой сильный ветер поднялся. Сейчас гроза будет. Мы прикрыли окошко. Только форточку оставили. Таким образом, потому что занавеска практически, да, улетает занавеска, аж пыль, Настюха, аж пыль поднялась. Ну да, метет, так пока еще дождя нет, только метет сильно. Ну, по прогнозу, гроза. Ну, то есть много грозы. Ну вот, я уселась под эту огромную красивую липу. Теперь я могу спокойно разговаривать, потому что я не могу, когда я иду, где-то что-то едет, где-то кто-то идет, и я говорю, я так сбиваюсь вообще, в общем, или под велосипед попаду, или на кого-нибудь наскочу. Это у меня так нормально. Я вам сейчас покажу торбочку, которую я себе купила, наверное, месяц тому назад. Вообще, она очень дешевенькая. Вот, но она такая классная. Я не знаю, показывала я вам или нет. Сейчас я вам покажу ее. Вот, хорошо покажу. Вот. Это бархатная на самом деле, или велюровая такая торбочка. Вот с такой, можно сказать, бахромой из стекляруса. И длинная ручка. Что я в нее положила? Я в нее положила свой блокнот большой.
очень большой, я вам тоже его покажу. Вот, и с собой взяла вот эту сумочку. Я попытаюсь вам сейчас себя показать, почему я взяла эту сумочку, потому что я с огромным удовольствием сочетаю эту сумочку со своим платьем, в котором я сейчас. Если мне удастся поставить свой смартфон так, чтобы снять себя, то сейчас вы посмотрите это. Так, смотрим, пытаемся во всяком случае. Это карманы. Огромные-огромные карманы с обеих сторон. Вот. Сумочка моя любимая. И, собственно, я. Ну и я себя сниму вам. Это я под деревом, под липой. Теперь покажу украшения, девочки. Вот этот кулончик, вот эта подвесочка серебряный. Сейчас я его с лабрадором. Видите, какой красивый лабрадор, шикарный лабрадор. Купила я его в 2003 году, это я хорошо помню. Он связан у меня с неким событием довольно приятным. Вот, и вот такой вот прекрасный лабрадорчик. Я его много раз уже показывала в своих видео, но почему бы не показать еще раз. И серьги покажу. Сейчас покажу серьги. Так, вот серьги с уликситом. Вот такой прекрасный серый кабошон. Даже не кабошон, забыла, как называется. Вот такая вот отделка камня. Видите, какой он очень красивый, насыщенный. Серый цвет, я бы даже сказала, цвет мокрого асфальта. И он каким-то образом перекликается с тем кулоном, который сейчас на мне, с лабрадором. Вот, вот. И здесь присутствуют также кристаллы фианита. Девочки, сейчас я вам покажу манекены. Я люблю смотреть витрины и очень люблю наблюдать за манекенами. Более того, у меня есть мечта, знаете, я уже говорила, она появилась, ну, наверное, лет 7 тому назад. Мне захотелось дома иметь манекен и переодевать его периодически, да. Знаете, вот так вот, чтобы манекен во что-то... Ну, не такой, не без головы манекен, просто вот, знаете, как вот туловище, и на него надеть какую-то одежду, а вниз поставить какие-то туфельки. Вот мне бы хотелось вот такое иметь у себя дома. Ну, мечта у меня такая.
взяла я с собой сюда. Сейчас я вам покажу, что я с собой взяла. Значит так, вот это моя вот баночка, в ней чай, а сверху лежит конфетка. Я пока ничего не хочу, а взяла я это просто, не знаю, мне захотелось просто что-то взять с собой вкусненькое. И я взяла, ну не знаю, как долго я прогуляюсь, как долго я буду гулять, я не знаю. Выпью ли я этот чай или принесу обратно, не знаю. Но, во всяком случае, мне это интересно. Игра у меня такая. А, девочки, Сережа прислал посылку, прислал детям их вещи, а мне компьютер и мой фотоаппарат. Ну, в общем, мы ему заказали, что нужно, и он все нам прислал. И денежек прислал немножко. В общем, таким образом я себе хочу, так как денежки появились, хочу себе купить духи. Хочу купить себе Today. Ну, может быть, еще что-нибудь. Но пока у меня вот такая вот мечта купить Today в польском исполнении, потому что я знаю, что, конечно, польское исполнение духов намного приятнее. Я это все пробовала в свое время, пробовала на постсоветском пространстве то, что выполнялось, делалось, производилось, и то, что производилось за кордоном. За кордоном, конечно, конечно, лучше, качественнее и совершенно... Вот такие тучки
ходят над нами. Сначала облака, потом они становятся серыми и превращаются в темные тучи. Вон там, за деревом, между ветками, видна уже такая серенькая тучка. А это небо голубое.